Иисус Христос, аминь. И сегодня Он подарил нам замечательное время вместе, когда мы можем славить Его, превозносить Его имя, наслаждаться присутствием Его. Поэтому давайте мы сосредоточимся на том, чтобы прославлять Его, отложим все мысли, которые может нас тревожат, отдадим Ему. Давайте пригласим Его на это место. Дорогой Иисус Христос, мы взываем к Тебе сейчас, Господь. Церковь Твоя ожидает присутствия Твоего здесь, Господь. Мы знаем, что Ты посреди нас, Господь. Мы верим в это. Мы хотим прославить имя Твое сейчас, благословить Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь, Господь, для нас. Мы любим Тебя. Мы хвалим Тебя, мы превозносим имя Твое и воздаем Тебе всю честь, славу и благодарение. Аллилуйя. Прославляем Тебя нашими устами, нашим сердцем, Господь. Слава Тебе. И мы здесь хотим возблагодарить Тебя и принести Тебе нашу хвалу, Господь. Аллилуйя. Поем Тебе, Бог.
Господь, за то, что наша жизнь, она в Твоих руках. Ты держишь нас, Господь. Ты всегда с нами. Ты наша жизнь, Бог. Аллилуйя, Иисус. Мы поем Тебе. В Тебе надежда наша, упование, Господь, на Тебя, Иисус.
Доверяй Тебе, ходить с Тобою, Господь, быть чуткими голосу Святого Духа и всю жизнь.
Все, что я имею, отдаю тебе. Это не так много, но в твоих руках принесет спасение силою твоей, даст приумножение в жизни моей. Мы увидим все дела твои, мы ждем тебя, Боже.
Иисус, вся слава Тебе, Бог. Пусть весь мир увидит Твои дела, Господь. Пусть весь мир увидит, что Ты, Иисус, Спаситель мира. Ты наш Бог. Мы каждый день нуждаемся в Тебе, Иисус. Ты нужен нам, Бог. Спасибо. Спасибо. Ты все, что нам нужно, Господь. Дай нам это осознать, понять, Господь. Мы хотим искать, Господь, прежде всего Твоего Царства, Иисус. На нас сойди.
Спасибо.